Всем большой привет, мои дорогие друзья! Начинаю сегодняшний новый влог в четверг, и сегодня у нас по плану съездить в парк, называется парк обезьян. Вы мне его советовали, когда мы ездили в парк птиц, советовали съездить в парк обезьян, говорили, там интересно, много животных, поэтому сегодня погода позволяет, смотрю на улицу, обещали солнышко, но солнца нету, но главное нет дождя. Вот, поэтому хочется прям съездить, у нас еще каникулы, и хочется как-то с пользой провести время, погулять. Старшие тоже с нами поедут, сказали, хотят. Я думала, они не захотят, честно, потому что в последнее время я смотрю, они уже так как-то резко выросли, и им не все уже интересно, что интересно малышам. Но в итоге все хотят поехать, я рада. С нами поедет еще наша нянечка, так что сейчас мы уже все позавтракали, я сегодня помыла голову, сейчас досушу ее, подкрашусь и уже поедем. Но сейчас надо будет еще перекусить перед выходом и собрать с собой тоже перекус в парк. Каникулы, конечно, быстро заканчиваются, вроде бы неделя только началась, а уже четверг. Но что делать, у кого-то, я читала комментарии, каникулы только будут в конце октября. Держитесь, у нас, я помню, я сама училась по той программе, и, конечно, детям, мне кажется, так сложнее учиться, да и родителям тоже. Все, я слышу, дети там уже меня зовут, поэтому сейчас подкрашусь и пойду вниз. Ну а сейчас у детей будет перекус, я всегда стараюсь, чтобы он был разнообразный. Недавно попробовали продукцию фирмы Верховье, и как раз сейчас раздам детям йогурт. У них хороший состав, вообще отсутствуют искусственные красители, ну и, конечно, один из главных плюсов этих йогуртов, что у них появилась линейка без сахара, и еще они подходят для питания дошкольников. Йогурт очень нежный, вкусный, к тому же он с кусочками ягод и фруктов, и после такого перекуса нет чувства переедания. И, кстати, это прекрасное дополнение к блинчикам или оладушкам на завтрак. У нас дети с удовольствием едят, очень советую, обязательно попробуйте, тем более сейчас у Верховья проходит классная акция в магазинах Перекресток и Пятерочка. Покупая продукцию бренда Верховье, можно выиграть призы. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте, добавить карту одного из магазинов и приобрести продукцию Верховье, используя карту. Удачи! Мы перекусили, переоделись, наконец-то все расселись в машине, потому что мы долго собирались. Вообще, когда мы куда-то все вместе едем, быстрые сборы – это не про нас. Постоянно кому-то надо вернуться домой, что-то кто-то забыл, или в туалет, или игрушку забыли. В общем, наконец-то мы собрались и поехали. Мы поехали, как я уже сказала, в парк «Планета обезьян». От нас оказалось недалеко, мы доехали за 40 минут по платной дороге. Вы спрашиваете, как у нас малыши ведут себя в машине, но вот Сережа и Настя, они всю дорогу спали, ну, эти 40 минут. Мы были там первый раз, погода, конечно, была не очень солнечная, но потом, кстати, погода разыгралась. Как видите, места парковочные были, но немного в этот день было вообще народу в парке. Я думаю, летом здесь большой ажиотаж. По билетам, смотрите, мы потратили на всех нас 4000 рублей, там получается до 7 лет бесплатно вообще, а так 500 рублей один человек, это в будни, а в выходные, кажется, 700, точно не помню, и скидок для многодетных там нет. На самом деле очень хорошо погуляли, хотя парк по мне небольшой, вот мы летом были в парке птиц, мне кажется, парк птиц раза в 3-4 больше, чем этот парк, но все равно детям интересно, здесь были и львы, и тигры, но дальше вы все увидите, жирафов не было, их отвезли, экзотариум тоже, к сожалению, был закрыт, но я думаю, что летом здесь как раз все животные на месте. Вы знаете, мы гуляли где-то час-полтора, но время так быстро пролетело, действительно интересно даже взрослым и детям, и при входе встречает такой памятник огромной гориллы, дети попросили их пофоткать около нее. И дальше мы уже пошли смотреть животных. Очень много здесь было обезьян, около 40 видов, и вообще много животных, которые собраны со всей планеты, и есть даже животные, которые занесены в Красную книгу. И вообще приятно, что вольеры чистые, нету запаха, и здорово, что можно так близко посмотреть на животных. Ой, какой позирует прям, ой.
Сереж, смотри, какая обезьяна. Ты видишь, Сережа? Вон, он не видит, наверное. Ой, ой, тут смотри, какой на тебя смотрит Сереж. Тут какой-то стесняется. Стесняется? Да. Какой стесняется? А, вот тот вот, да, смотрите, он закрыл про свою мордочку. Малыш. Вот что это он? Кристина говорит, стесняется. Малышечка. Смотрите, глазки прячет. Вы видите, да? Ему, наверное, холодно. Да нет, у него, ему не холодно. Я посмотрела, у него есть багажник. Маленький. У них такие несчастные глазечки. Ну, они да. Уже привыкли, что на них так смотрят. Ой, какие красавицы. Классно, да? А пахнет, между прочим, мне нравится. Ну, сено пахнет. Поскакали, поскакали. Только руки, руки не суем, руки не суем. Лёша. Ой, какая красотуля. Лёша. Не обтирайтесь. А, здесь тоже обезьянки, смотрите. Здесь капуцин. Помните, мы смотрели «Ночь в музее»? Вот и я тоже. Ой, мама. Да. И у меня тоже такая мамка живет. Ой, какой тигр. Киска. Я могу с ней поговорить. Ох. Ксюша. Мне нравится там быть. Вот это да. Лев и львица. Ой, красавцы какие. Ивая, какая яркая птичка. Ух ты. Друж, осторожно. Осторожно. Пальчики не суем. Пальцы не суем. Мама. Да. Греется. Да, Таечка, да. Сережа, кто это там? Енотики там, да, смотри, какие. Возьмем к себе домой такого? Да. Да? Да. Ты будешь его кормить? Андрюша, возьмем енота? Да, я буду не кормить. Будешь кормить? Да. Я не... Ой, дай попробуем. Ой, солнышко вышло, как да. Хорошо. Ой, какие пингвинята. Не хотят. А ты засняла львов? Да, я поснимала львов. Ой, тихо-тихо, Андрюша. Ой, какой. Это львица. Thank you.
Замечательно, погуляли, отдохнули, очень хорошо провели время, познавательно, детям интересно было, уже говорила про это. И знаете, здорово, что здесь животные живут семьями. Видите, у обезьяны маленькая обезьянка. Дети так умилялись. Настя все это время спала, и уже под конец прогулки она проснулась, надо было ее покормить. Кстати, кафе все были закрыты, ну, я думаю, из-за того, что не сезон. Я у детей потом спросила, кто вам больше всего понравился, но, конечно, всех покорила лев и зебра. Мне тоже зебра понравилась, красивое животное. Но вообще, кто там не был, съездите обязательно. Я уверена, вашим детям понравится. Это не реклама, вот чисто от себя рассказываю впечатления. И повезло все-таки с погодой, потому что скоро уже будет совсем холодно, мокро. И здорово, что еще можно вот так съездить куда-нибудь в парк и погулять. Летом еще работает контактный зоопарк, но сейчас там были только кролики. Ну, кроликами нас не удивишь, у нас дома есть кролик. Конечно, здорово, когда они живут в таком большом вольере, бегают. У нас кролик в клетке, и если клетка у крольчихи открыта, она оттуда не выпрыгивает. Наверное, она боится, не знаю, но здорово, когда вот так живут крольчата. Смотрите, замечательно. Ну а после парка мы уже заехали в пиццерию, взяли пиццу, потому что я дома не успела приготовить обед, и на обед у детей была пицца. Дети, конечно, обрадовались, она у нас нечасто, и, в общем, приехали домой, поели, и я уже в этот день больше ничего не снимала. Здесь у нас уже следующий день, и я решила немного прибраться в нашей спальне, заснять небольшую мотивацию на уборку. Я знаю, вы любите такие видео. Сейчас я поменяю постельное белье у Насти и заодно наше поменяю. Также в планах у меня быстро пропылесосить нашу комнату и протереть окно. Заправить кровать и, как я уже говорила, пропылесосить. Здесь еще перед прогулкой забегал в комнату Андрюша и на полу искал свои носки. Вы знаете, у меня есть большой тазик с носками, и дети сами их разбирают, все время ищут пару, и в итоге Андрюша прибежал, весь этот таз высыпал на пол, искал свою пару, нашел и быстро пошел гулять. Я уже не успела даже ему сказать, чтобы он собрал обратно. В итоге я сейчас заправлю кровать, соберу носочки, и мне останется только пропылесосить и протереть окно. A new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Я спустилась вниз, уже приготовила почти борщ. Утром заранее попросила детей мне помочь почистить картошку, поэтому мне надо было только порезать картошку, добавить суп и порезать капусту. Помните, я делала заготовки, заморозила свежую тертую свеклу, и вот смотрите, я добавила целый брикет в кастрюлю, и борщ все равно красный, так что это супер удобно заранее все натереть, заморозить, и даже сырая свекла у меня сварилась за 10 минут. Я говорила, что раньше я тушила минут по 40, но нет, вот 10 минут, и все отлично сварилось, суп вкусный, свекла проваренная, удобно. Здесь на самом деле уже прошел обед, уже прошел тихий час, время полдника, и кто-то у нас пришел с прогулки, кто-то еще гулял, кто-то на дополнительных занятиях. В общем, здесь кто был, я попросила собрать лего и убрать все в контейнер, потому что кто-то высыпал. Но я в это время убираю все со стола, протираю стол. Обычно у нас есть дежурные, кто протирает со стола, убирает посуду, но в это время их не было, поэтому я сама все это убрала. И заодно уберу вот эту скатерть, хотела ее постирать. У нас на скатерти лежит жидкое стекло, кажется, так называется, покупала на Валберес. А под ним скатерть, которую надо уже постирать, поэтому я сейчас сниму, отнесу в стирку и пока никакую скатерть не буду стелить.
into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you. Я сейчас разгружаю посудомоечную машину и буду загружать туда грязную посуду. И ту посуду, которую нельзя мыть в ней, я помою вручную. Сковородки я сейчас тоже новые мою вручную. Их можно мыть в посудомойке, но мне их жалко. Они из Икеи, потом я уже не знаю, где большие куплю сковородки. Они у нас по 32 диаметра, и мне их жалко. В общем, их сейчас я мою вручную. Я сейчас уберу посуду, помою ее и позову потом детей на полдник. И в это время пойду будить Сережу, потому что он у нас еще спал. Он заснул где-то в 3, и вы знаете, он проспал где-то до 6. В итоге я сейчас все здесь убрала, пошла его будить, дети пока играли, и потом уже начала готовить ужин. На ужин я решила приготовить горшочки в духовке. Для этого у меня здесь свинина, здесь 2,5 килограмма. Я разделяю пополам и разрезаю таким ножом. Наверняка будете спрашивать, у меня этот нож, он вообще для капусты, но я им режу мясо, потому что он очень острый и хорошо режет. Я сначала нарезаю на маленькие кубики свинину, и потом буду ее обжаривать. Также нам надо будет обжарить еще морковку с луком. Кто-то обжаривает все по очереди. Я раньше все по очереди обжаривала, но теперь все в одной сковородке. Сначала я жарю лук с морковкой, чуть дальше я порежу лук и морковку, и это все обжарю, и уже туда, в эту же сковородку, добавляю мясо. Помню, раньше я еще обжаривала картошку. Картошку нужно нарезать кубиками, я ее обжаривала и потом все раскладывала по горшочкам. Сейчас картошку я уже не стала обжаривать. Вы мне говорили, что можно вообще в принципе ничего не обжаривать, а сразу все в горшочки положить. Но да, я так тоже пробовала, но мне кажется вкуснее, когда немножко все это обжаришь. Уберу сейчас кастрюлю с супом. Кстати, смотрите, пол кастрюли сразу на обед все съели. Видите, он красный. Я прям рада, что он красный, потому что я не люблю борщ, когда он светлый. Не знаю почему. Сейчас убираю кастрюлю и буду ставить уже сковородку разогреваться для лука с морковкой. Вообще готовится очень это блюдо просто, оно получается вкусным, и можно готовить с картошкой, можно с гречкой, можно с рисом, с булгуром, с чем угодно. И вместо мяса можно грибы добавлять, кто постится. Такое универсальное блюдо, и главное, оно сытное. Морковку я нарезаю кусочками, раньше я добавляла тертую морковь, но я поняла, что вкуснее, когда она все-таки кусочками. И теперь, когда я уже все порезала, подготовила, я уже поставила на плиту сковородку, туда
кладу сразу лук с морковкой, добавляю масло, обжариваю. Когда поджарится немножко, добавляю сюда мясо. Вместо свинины можете что угодно, и куриную грудку, и говядину. С говядиной вкусно получается. И пока все это обжаривается, я теперь буду нарезать картошку. У нас не все едят горшочки, поэтому я часть свинины порезала на горшочки, а часть как раз оставила для отбивных. Я уже сразу нарезала мясо, и когда порезала картошку, я решила свинину отбить, чтобы мясо не разлеталось. Я накрываю либо пакетиком каким-нибудь, либо пищевой пленкой. Когда у меня немного обжарилось мясо с морковкой и с луком, я теперь все раскладываю по горшочкам. Я кладу половину горшочка с мясом, наполняю, и половину картошки. Дальше я налью прям кипяток из чайника где-то на половину горшочка. Я посолю, добавлю сметану, можно майонез, кто как любит. И добавлю еще, кстати, чеснок. Накрываю крышкой, убираю в духовку на 180 градусов, где-то минут на 45. 50, зависит от вашей духовки, и потом достану, положу туда сыр, у меня не было тертого сыра, я уже его весь порезала на кусочки, я прям кусочками положу сверху сыр, накрою крышкой, и он еще минут 10 там будет запекаться, и все. Вкусно получается, обязательно попробуйте приготовить так, кто не готовил. Теперь мне осталось приготовить отбивные. К отбивным будет картофель, у меня оставался, я его сварю. И теперь обваливаю сначала в муке, потом в яйце, потом в сухарях и потом уже на огонь. Раньше путалась, в какой последовательности это все обваливать, и на самом деле просто подсказка слова «мясо». Сначала я обжариваю с одной стороны, потом переворачиваю, накрываю крышкой и ставлю поменьше огонь. Горшочки уже готовы, аромат стоял на весь дом. Я еще туда добавила же чеснок, и он не чувствовался, но был именно такой аромат вкусный. Если вы сейчас тоже за столом, приятного вам аппетита! Ну а после ужина мы все убрали, и у нас был семейный просмотр фильма. В Телеграм спросила у зрителей, что вы посоветуете посмотреть. Уже честно, ничего в голову не лезет, а хотелось посмотреть что-то доброе, легкое, и что было интересно всем детям и взрослым. В общем, остановились на фильме «Аладдин». Давно смотрели, он 19-го года, но это тот фильм, который хочется еще раз пересмотреть. Поэтому с удовольствием посмотрели, посмеялись. И потом уже пошли отдыхать. Ну а на сегодня я уже буду заканчивать свое видео. Спасибо, что провели это время с нами. И если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. И увидимся с вами совсем скоро. Я надеюсь, в следующую среду. Всем пока-пока.